Hello, people! Hello! Амигосы, como estás? Сегодня день третий. Третий, верно? Да, все сегодня верно. Все верно, да. Третий день. У нас круиз продолжается, все очень круто. Атмосфера сногсшибательная, головокружительная. Где мы сегодня были, расскажи. Сегодня мы были в Ницце, также в Монако, Монте-Карло. Третий день приплыли во Францию, Ницца. Маленький город, красивые крыши, отличные улицы, цветочки, все прекрасно. Все тебе говорят «Бонжур», «Комон вузали», «Вузали бьян», etc. Всякие фишки, да. Вот она уже знает пару слов. Скажи что-нибудь. «Живе бьян». Вот, я же говорил. Ну, очень круто было. Потом мы с Ниццы сели на поезд, поехали в Монте-Карло. Это государство Монако. Монте-Карло — это столица. Что мы видели в Монте-Карло? Мы видели очень-очень классные дорогие яхточки. Очень прекрасные улицы. Местный народ, который вежливый, очень добрый и всегда готов помочь. Да, я там не видел, чтобы тебе кто-то помогал. Что не было необходимости. Не обманывай людей. Она все обманывает, это все неправда. Yeah.
Анечка, мы сейчас находимся в Монте-Карло, знаешь? Находимся. Сегодня день третий. Мы в Монте-Карло. Здесь отличный пляж. Где паркуются? Где? Ну это не пляж, это вообще порт, где паркуются нормальные яхты. Акула, акула, акула. Представляешь, если бы в Крыму были бы такие пляжи? Было вообще бомба. Ну, может быть, в этот раз Путин что-то такое сделает. Монте-Карло. Вкусно было? Очень. Очень вкусно. Да. Очень здорово, очень-очень здорово. Круиз — это вообще классная тема. Сразу же, буквально за короткий, за неделю можно увидеть много городов и стран. See you. See you. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши коммент. Месье дам, а ля прошен.